В субботу, 5 июня, акция по вакцинации от коронавируса без предварительной записи пройдет во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы. Желающие сделать прививку в медучреждении в этот день могут вакцинироваться с 9 до 13 часов в порядке живой очереди. За период с начала пандемии коронавирусом в поселке Каратайка переболели 30 человек. Из них двое заболевания перенесли в тяжелой форме. На сегодняшний день число жителей, которые привились в этом отдаленном населенном пункте, 200 человек. 110 жителей вакцинировались спутником ВИ, остальные – эпивак-короной. В основном это работники, то есть сотрудники учреждений делают прививочки, люди старшего поколения. Вот. Много у нас отсутствующих, то есть студенты, затем оленеводы, у нас тоже кочующее население отсутствует. Поэтому если брать вот так по всему населенному пункту, ну где-то более 83% у нас уже привит. В принципе, цифра неплохая, но хотелось бы еще получше, конечно. Среди членов избирательных комиссий Ненецкого округа привились от коронавируса почти 30% списочного состава, в том числе и председатель окружного избиркома Иван Макаров. Показатели по стране у нас достаточно немножко другие. В регионе более высокие, чем в среднем по России. Но процесс этот мы будем продолжать с тем, чтобы 19 сентября уже избиратель мог приходить на участки, голосовать более уверенно, спокойно. Но при этом все средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, санитайзеры, обработка. Все это тоже будет применяться у нас в ходе трехдневного голосования на выборах. В эту субботу, 5 июня, с 9 до 13 часов во взрослой поликлинике Нарьян-Мара пройдет субботняя акция по вакцинации от COVID-19. На этой неделе акция пройдет только в одном прививочном пункте в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Добавлю, сделать прививку можно одной из трех вакцин, которые есть в наличии в регионе. Спутник ВИ, Эпивак Корона и Ковивак. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, телеканал «Север».